преддверии Дня российской печати, которая ежегодно отмечается 13 января, на базе ресторана «Джами» состоялся традиционный бал прессы. В рамках мероприятия прошло и торжественное награждение лауреатов премии «Золотое перо Дагестана». Открыл встречу председатель Дагестанского регионального отделения Союза журналистов России Магомед Ибрагимов. Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, с Днем российской печати. Это у нас отмечается завтра, 13 января. В первую очередь хочу пожелать нам всем здоровья. Если будет здоровье, будет все остальное. Поэтому крепкого здоровья нам, успехов как в работе, так и в личной жизни, побольше позитивных новостей. Прошло награждение по 4 номинациям. Лучшей в области печатных СМИ стала корреспондент республиканской газеты «Дагестанская правда» Хасаибат Меджидова. Премию в сфере электронных средств массовой информации получил собственный корреспондент информационного агентства «Итартас» Генджави Гаджибалаев. Золотое перо в области телевидения вручили корреспонденту ННТ Патимат Ханапаевой. Старший редактор радиовещания на русском языке ГТРК «Дагестан» Бедернисе Гусейнова также была удостоена награды. Всех с профессиональным праздником! Желаю жить и творить в ритме времени, быть всегда в курсе всего того, что происходит, и работать на благо нашей республики. Магомед Ибрагимович, в вашем лице хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия за то, что отметили. В рамках мероприятия была озвучена дополнительная номинация «События года». Единогласным решением членов правления Дагестанского регионального отделения было признано объединение всех государственных газет на родных языках в единый этномедиахолдинг. За объективность при освещении правоохранительной тематики, высокий личный вклад в поддержание имиджа ведомства и информационное сопровождение деятельности Росгвардии по Республике Дагестан представители управления вручили региональным журналистам благодарности. Уважаемые друзья, разрешите мне от имени командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Захарова Сергея Юрьевича, от имени начальника управления Росгвардии, всего личного состава поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов. Также министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов вручил представителям средств массовой информации почетные грамоты за вклад в развитие журналистики, сохранение родного языка и преданность профессии. Это журналист, общественный деятель Исрафил Исрафилов, редактор отдела газеты «Молодежь Дагестана» Альберт Мехтиханов, коллектив «Фрия Дагестан» и телеканала «Среда» и многие другие.